Ну і планувалося, що з 3 серпня підвищиться вартість проїзду в електротранспорті. Призупинено це рішенням мерії. Скажіть, будь ласка, чи буде збільшувати вартість проїзду? І що сталося, власне? Прежде всего, давайте ми будемо соблюдати закон. Якщо є якесь определення суда, в будь-якому випадку міський совет должен изложить весь свой фактаж, почему он считает, что именно так должно быть. Поскольку у нас одна из самых важных составных частей в электротранспорте – это расход электроэнергии. Раньше у нас была следующая вещь. Мы получали дотацию на электроэнергию из государственного бюджета для электротранспорта. Эту дотацию мы больше не получаем. Я читала десь інформацію, що 14 в місяць заробляють на продажі квитків 14 мільйонів гривень, якщо не помиляюсь. Да. І на електроенергію, за електроенергію сплачуємо 12. Тобто всього копійки залишаються. По суті, і на зарплати, их, смотрите, і на обслуговування. Це без учету налога. І що з цього треба заплатити налог? Тобто у нас, по большому счету, комунальне предприятие, тобто, да, ми покупаємо. Вот давайте рассуждать логически. У нас было определенное количество трамваев и троллейбусов. Их количество увеличилось, увеличилось. Мы запустили троллейбусный маршрут на жилмассив Парус. Мы запустили троллейбусный маршрут на жилмассив Сокол. Через, там, я думаю, 3 недели мы запустим троллейбусный маршрут на жилмассив Солнечный. В прошлом году приобрели большое количество троллейбусов. В этом году 44 троллейбуса. О чем это говорит? Что у нас что? Повысится затраты. Еще больше расход электроэнергии. То есть, чем больше у нас троллейбусов, тем больше коммунальное предприятие будет находиться в так называемом ущербе. То есть каждый, мы дотируем коммунальное предприятие. Чем, с одной стороны, мы же делаем хорошее дело. Мы покупаем троллейбусы с кондиционерами, мы покупаем их новые, для того, чтобы жителям было комфортно. Но с другой стороны, увеличивая транспорт, мы увеличиваем нагрузку на само коммунальное предприятие. Речь даже не идет о том, чтобы оно зарабатывало. Речь идет хотя бы о том, чтобы оно просто работало в ноль. Исключительно для этого было принято решение, непопулярное решение о повышении тарифа, поскольку мы не можем бесконечно дотировать коммунальное предприятие, учитывая, что у нас параллельно работают частные перевозчики, и все должны находиться практически в равных условиях. Это один из вариантов. Ну и мы разумеем, что мы хотим, чтобы интервал руху был більш-менш комфортный в электротранспорте, а это значит, что нам потрібні додаткові будемо так говорити, посади, водії, а нам потрібно додаткові машини, які вже виходять на лінії, і ми розуміємо чудово, що ми хочемо, щоб ці машини ходили навіть після 18-ї справно. Не 2 на лінії, а принаймні хоча б 7, як сьогодні ходить на 15-му маршруті. Тобто, ми говоримо про те, що електротранспорт здорожчає. Ми всі розуміємо, які затрати сьогодні на місто. Коли? В суде відстоюєте позицію здорожчання? Обязательно, мы будем отстаивать. То есть у меня нет никаких сомнений, что решение, поскольку, то есть, ну, все плюсы в нашу сторону, то есть у нас полностью экономически обосновано повышение тарифа за проезд, оно экономически действительно обосновано, там, похоже, показана вся расходная часть. Это, я думаю, произойдет там, в течение там, месяца, всех жителей города мы их проинформируем. А относительно того, что вы сказали, что имеют проблемы с тем, что после 18 часов не так часто ездит электротранспорт, давайте рассуждать тоже, смотреть экономически. Там, скажем, 20.00, да, допустим. Как вы думаете, вот количество пассажиров, которые ездят там в 17.00 в вагоне трамвая и в 20.00, оно разное. А расход электроэнергии, за который надо заплатить деньги при его движении, он идентичный. Там без разницы, какое количество находится людей. Ну, незначительно будет расход электроэнергии больше. То есть это тоже все экономическая составляющая. То есть реальная экономическая составляющая. Я думаю, до конца сентября месяца мы с этими вопросами разберемся. И больше машин все-таки выйдет на маршруты после того, как будет обґрунтована вартість проезда в электротранспорте. Конечно.